В России указом президента продлевают действие паспортов, срок которых заканчивается с 1 февраля по 15 июля. Поменять такие документы можно будет позже, когда ситуация с коронавирусом нормализуется. Если срок действия паспорта истек до 1 февраля текущего года, то документ признается недействительным и подлежит замене. Кроме того, до 15 июля отложен срок получения паспорта для несовершеннолетних, достигших 14-летия, в том числе детей, родившихся в первом полугодии 2016 года. В указанный период времени граждане могут не обращаться с заявлением по получению паспорта. Документом, удостоверяющим личность гражданина, будут являться свидетельство о рождении или заграничный паспорт. Еще одно изменение касается иностранных граждан. Разрешение на пребывание в России им автоматически продлевается до 15 июня. Работать в ближайшие месяцы разрешат и тем мигрантам, которые не успели оформить соответствующие документы. Если иностранный гражданин до указанного времени не выехал за пределы Российской Федерации, то он может осуществлять трудовую деятельность без разрешительных документов. А работодатель, соответственно, также без привлечения разрешения, без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Но работодатель обязан направить уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином либо о расторжении трудового договора. При необходимости замены документов МВД рекомендует обращаться в территориальные органы ведомства либо на портал госуслуг. Сегодня отделение по вопросам миграции осуществляет прием граждан только по предварительной записи. Телефоны 35500, 30729 и 30730. На прием рекомендуется приходить в защитных масках и перчатках.